Это еще что за статуй? Кто такой? Что ты молчишь, как рыба в лед? Кто такой? Да я бродячий солдат, пеший пехотинец. Иду на родину под Харьков. А ну, идем. Ты есть арестованный. Да ты что, сказывайся? Ну! Топай, топай! Стой! Это твоя физгармонь? Ага. А давить на клавиши умеешь? Ну, а то как же. А ну, изобрази что-нибудь. Смотри, композитор. А ну, сочини для меня что-нибудь такое, чтоб душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. За Одессу, знаешь? А ну, попробуй. В Одессе жил, купался в море я черном, знали, на пляже все меня куплеты пел, играть умел на гитаре. Любовью я играл, шутя, картина ясная, любовь несчастная, а сердце страстное горит в груди. Красная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути. Ты же вундеркинд, а что это такое? Черт его знает. Слушай, солдат, и что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Все, будешь сегодня играть на свадьбе. Как поиграть можно? А чья свадьба? Пана Атамана Грицяна Тавринчицкого. Ух ты. Ты что, может, не слыхал такого? Да не, ну как же не слыхал? Это ж первый атаман на всю волость. Ну да, вот ему бы еще только пулеметов подбросить, так вообще никому спасу. Да ты что, ты что? Ты что, думаешь, у нас нет пулеметов? Да у нас их... Подслушивают гады. А ну! Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых 7 штук. Да что ты говоришь? Да я же сам пулеметчик. А чинить умеешь? Ну, смотри, что. 3 штуки – ничего. А вот другие 3 штуки – один заедает, другой как сумасшедший подпрыгивает, а третий гад у своих пулялит. Ну. А седьмой я по секрету от пана Атамана выменял на эти вот штанишки. Ты гляди, ну красота какая, а? Будем здоровы, Яков Александрович. Я так рада, что вы к нам прибыли. Будет теперь мимо Ничипру подмог. А то у нас одни только бабы, а бабы сами знаете, какой народ. Пример трандычих. Трандычих, когда в сердцах Бог знает, что натворить может. Потому трандычихин характер такой, что если трандычиху зацепил, то с трандычихой слабо не будет. Не спеши. О, вот так всегда. И слова не даст сказать. Кушайте, я, Александрович. Я интересуюсь Гарпина, простите, Гарпина Дормидонтовна. Дормидонтовна. Я интересуюсь, что у вас бывают мигрени? Нет, у нас никого не бывает. Одна только скука. Такая скука. Я заявляю совершенно официально, как начальник гарнизона, скуки больше не будет. Мы ее пац, и мимо. Данкишон. Что? Спасибочка. На здоровье. Прошу. Извините. Я человек бывалый, танцую, много песен знаю. А какие песни вы знаете? Разные. Ну вот, например. Мне все равно страдать или наслаждаться. Мне не все равно. Ай, момент.
И вот другая. Все говорят, что я ветрено бываю. Все говорят, что я многих люблю. 10 я любила, 40 разлюбила, а одного я забыла. А вы гопака танцуете? Ну что вы? Гопак нынче не в моде. Я прошел пешком всю Европу и ни разу не видел, чтобы называли гопака. Сейчас у них в моде форменное безобразие. Называется «В ту степь». «В ту степь»? Интересуетесь? А? Могу показать. Вашу ручку битта-дритта. Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее, напрямик. С вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так. Да, я плясать восстану. Продолжаем. Энцветрей. Ну, хотите побыстрей. Донор Веттер, что за бой? На любимый Амазон. Пляска такая нелегка. Но зато моднее гапака. Раньше так, потом вот так. Да, я плясать поставлю. Вот тебе что? Сам. Ты с микрофоном не снимай.